Секундочку, открою чат наш, чтобы видно. Так, посмотрю, что было. Значит, сейчас отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Так, значит, уже хорошо, что вы видели, слышали, окей. Потому что, ну, один минус в этих вебинарных комнатах, но это не только в нашей, это везде, что когда включаешь экран, оно, конечно, очень хорошо, потому что можешь показывать все в реале. Вот, но сам модератор не видит в тот момент чата, поэтому вслепую как бы я работаю, не знаю, вы видите, не видите, поэтому приходится не останавливаться, просто вести, а дальше уже как получится. Но очень хорошо, значит, все работает, значит, вас тоже поздравляю с тем, что комната хорошая. Итак, иду наверх, просмотрю. Так, мой партнер из Италии, пишет мне тут Анна. И не видно у нее карточек. Так, не видно карточек. Каких карточек? Одно плохо, что скачет этот чат. Так. А, я не поняла, где включить демо-мод. Демо-мод включаете в профиле. Вы заходите в ваш профиль, там, где... В кабинете, да, где ваш адрес, ваше имя, ваше mail. Кстати, там все можно поменять, кроме имени и фамилии, чтобы вы знали. Email, ваш адрес, телефон, вы все можете менять, кроме имени и фамилии. Имя и фамилия – это только меняет наша поддержка. В письменном виде вы должны писать, если вдруг кто-то ошибку сделал. Вот. Остальное вы можете сами поменять, даже email, но потом нажмете «Обновить информацию». И именно там, в профиле, когда вы нажмете, опуститесь вниз, там зеленая кнопочка «Поменять на turn off», нажмете ее, увидите, что вас тогда будет закрывать. То, что не нужно, контакты в основном. Ну, это чтобы конфиденциальная информация скрылась, да? Так, окей, спасибо, интересно, ну, я рада. Так, пока смотрю. Что-то этот чат бегает. Вот. Пришло, почему приглашение пришло в спам, PowerTools? Ну, я не знаю, почему пришло в спам. Да, может быть такое. Может быть, тот человек, который, на котором вы послали, он просто как бы блокирует разные рассылки на своем имейле, и поэтому ему не приходит. Или же, не знаю, почему бывает такое, что приходит спам. Вот, и я еще тоже напишу компанию, чтобы они как бы прозондировали этот момент, проверили еще раз программу, да. Хорошо, видно, слышно хорошо, замечательные. Отлично, так, поменял браузер, да, меняйте браузеры, потому что зависит еще от браузера, это да, как оно показывает. А можно в визитке указать и телефон, и скайп, спрашивает Ольга Федорова. Вот нет, я пробовала, не помещается, там есть на визитке определенное место, поэтому не помещается. Или телефон, или скайп, что-то одно. Ну, вы можете себе поменять, сделать несколько таких, а несколько других, например, в кабинете можете менять любой момент. Так, объясните, пожалуйста, Ирина, как еще называют резидуальный бонус? Пассивный также, да. Мы по-простому называем его пассивный доход. Вот, грамотно он, терминология называется в MLM резидуальный бонус или остаточный доход. Вот так вот грамотно. Поэтому грамотные спикеры так его должны называть. Но так как наши люди это не понимают, это, в принципе, не для всех понятные слова, а пассивные почему-то понимать легко, мы переходим именно эту лексику. Вы просто запомните все, что это одно и то же. Так, в чем отличается баланс всех круизных долларов и баланс доступных круизных долларов? У меня 0, а вверху 1800 круизных долларов. Наталья Петрова, объясняю. Значит, смотрите, то, что вверху, это вы видите то количество, вверху справа круизные доллары в кабинете, это то количество круизных долларов, которые вы купили. Например, вы член и платите по 100 долларов, или же вы на бесплатном членстве, вам начисляет компания по 200 круизных долларов. Вот именно то, что по 200 круизных долларов вы всегда видите вверху справа у всех. А когда вы заходите в кабинет на страницу, где я показывала именно, где доступные, недоступные количества, это уже зависит от того, кто вы, член клуба или партнер клуба, или на ранге партнер. Потому что если вы просто член, то там будет у вас не все. То есть если у вас 1800, а вы первый год, то у вас доступных для бронирования вашего круиза первого будет 60%. Поэтому при бронировании вам не даст всю сумму 1800, а только 60% от этой суммы. Это согласно нашим правилам. Это есть на слайдах, посмотрите в документах, там есть слайды, и мы объясняем, и это так. А если вы уже
скажем, партнер, который вышел на ранг и продержался, вернее, если вы вышли на бесплатное членство, пригласили 5 человек, да, вышли на бесплатное членство, продержались на нем 3 месяца, да, это условие тоже нашего маркетинга, посмотрите, там компенсационное руководство, тоже в документах есть, там все расписано, тогда вы уже можете, у вас там будет доступность 100%, но на один круиз в год. Вот. А если вы выйдете на ранг, на ранге, начиная с директора первого и выше, вам тогда уже 100% на все круизы, какие вы будете заказывать. Поэтому вот там именно будет меняться ваша картина. Круизный доллар, который вы будете выигрывать по разным акциям и промоушенам, да, по стимул круиза, для стимул круиза, быстрый старт, еженедельные круизные доллары, там вы их не будете видеть в кабинете, они там не начисляются, они вам будут в виде сертификата присылаться, там, где сертификаты в профиле. Вот, там вы будете их видеть, и вам на e-mail будет. Так, смотрю дальше вопросы. Ольга Бойко, немного не поняла, как работать с Power Tools. Видео мне показывает, а как отправить, где найти видео. Смотрите, я просто не могла очень подробно показывать, так как, ну, время, да, деньги у нас на тренинге, время быстро проходит. Но там в кабинете, когда вы зайдете, там есть видео, во-первых, обучающее видео там есть. И есть еще, кроме того, что я сегодня запишу, и потом дам вам, есть еще другие мои видео. Поэтому вы поймете потом, посмотрите хорошо, более подробно. Так, Ирина, можно ли регистрировать людей по почте Mail.ru? Да, можно регистрировать людей по почте Mail.ru. Она тоже подключается к нам, принимается, и вы будете видеть, человек будет видеть. Но вообще я рекомендую лучше Gmail, потому что Mail.ru – это русский почтовый ящик, который, ну, email электронный, который иногда блокирует бизнес-предложения, да, поэтому может где-то что-то попасть в спам. Лучше как бы, ну, если человек зарегистрировался на Mail.ru, пусть будет, но потом, когда он начнет работать, станет больше, более профессионалом, вы можете ему подсказать, что все-таки создай лучше почту на Gmail, и вот в вашем профиле в любой момент вы можете поменять и уже как бы перейти потом позже на Gmail, на более серьезный email, который не блокируется ничем и всегда связан со всеми бизнесами без проблем, и спам не падает. А если человек, так, следующий вопрос. Сейчас можно заказывать в долларах карту ePayment? Да, можно. Недавно они буквально вот написали снова, то есть некоторое время не было, а вот буквально, думаю, месяц назад, чуть меньше, снова там ePayment, вы можете зайти, зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрированы. Я советую все регистрации на ePayment и на Pioneer и на HyperWallet. Всегда первые регистрации делайте через кабинет InCruises, через кошелек проходите, чтобы он автоматически привязался. Тогда в таком случае не будет вам не нужно ни в саппорте писать, потому что иногда было у нас такое, что отдельно заходили, отдельно регистрировались, потом не подвязывался этот аккаунт и долго возились с поддержками, чтобы привязать, чтобы избежать вот этого сразу. Через аккаунт он привязывается, через InCruises, через кошелек, зашли туда, там везде есть ссылки перехода. Вот, и вы можете зарегистрироваться просто пока бесплатно на ePayment и посмотреть, там можно на баланс выводить деньги или перекидывать друг другу, можно на ePayment. И буквально 3 месяца, ой, 3 недели, кажется, назад они написали, что снова можно карты заказывать. Поэтому почитайте, там все на русском есть, там все подробно у них написано. Как активировать карточку InCruises, Сатана спрашивает. Очень легко. После того, как вы, значит, ее заполните, то есть сделаете регистрацию через InCruises, зайдете в тот аккаунт, например, Pioneer, активируетесь там, то есть с вашим имейлом и паролем, который уже создадите после регистрации, автоматически вам Pioneer на ваш адрес, который вы укажете при этих шагах, пошлет на ваш адрес карточку, и вы будете ждать. Ну, обычно она доходит в течение 2 недель в Европу, может, чуть дольше, в другие наши там регионы. И когда вы получите по почте, в конверте. Вы развернете, там будет карта, и к ней приклеена инструкция, и будет рассказано, что нужно сделать для того, чтобы активировать. А вообще это очень легко. Вы зайдете в ваш кабинет Pioneer, и там будет красная кнопка, написано «Активировать карту» прямо посерединке. Вы зайдете и даже увидите, там будет статистика написана, вашу карту вам уже послали, или она
где-то в пути находится, или она должна уже прийти к вам. То есть там видна, прослеживается вся информация. И когда вы ее получите, там просто зайдете на эту кнопочку «Активация», и будет написано «Введите номер вашей карты там, и ПИН». Вот. ПИН будет или на карте, или вам самим придумать, я уже сейчас не помню. По-моему, там на карте присылают ПИН, а потом, кажется, вы можете поменять. В общем-то, напишите, что там инструкция требует, и все. И в тот момент она уже будет активирована, и вы сможете выводить деньги. Как выводить, я вам показывала. Ну, там у меня не получилось сегодня, не страшно, но получится. Вот, просто, может быть, сегодня еще так, как у нас все сейчас выводят, немножко, может быть, сам сайт блокирует, чтобы не все сразу ринулись, так как все получили тут много денег. Вчера-сегодня, да, за лидерские, поэтому все выводят, и немножко, наверное, они через раз пускают, чтобы не завис сайт, поэтому все работает, напишите, ну, не меньше, чем 50, вот можете попробовать, ну, за $50, 50 поставить, перевести, и тогда вы зайдете на аккаунт Pioneer, увидите, что они там уже будут, и это на балансе, это означает, что они автоматически придут на вашу карту. Так. Значит, Олег спрашивает, можно уточнить еще раз по работе с инструмента 45 минут в час, в день, в месяц? Нет, смотрите, сам инструмент Power Tools, если вы имеете в виду рассылки, без проблем можете сколько хотите. Там, как видели, 1000, хоть сидите, штампуйте с утра до ночи, сколько хотите. Работает сколько хотите рассылка. 45 минут имеется в виду вебинарная комната. То есть вот если... Человек, если вы хотите с вашей вебинарной комнаты, как я сейчас, да, зайти туда на митинг, открыть митинг и разговаривать с двумя, три человека, не больше, то есть вы там откроете, их можно будет добавить как в дискуссию, чтобы они вместе с вами общались или просто слушали, а вы им показывали что-то, слайды, там, презентацию вели или кабинет даже, то в таком случае на одну презентацию вам 45 минут выделяется, а потом в каком-то закроется. Больше вы не сможете. Ну, на бесплатной версии. Но этого более чем достаточно, да? Вот, это в день. Потом на следующий день снова 45 и так дальше. Так. Пишет Ирина, у меня планшет Samsung, плохо работает, кабинет открывается, но панель управления кабинетом полностью становится не видна. Ну да, это бывает такая проблема, я тоже на планшете, у меня и планшет, и телефон, но я редко на них открываю, потому что не очень удобно, вот не все открывается или нужно это искать, это только в редких случаях, а так лучше, конечно, работать с этим. Ну, из компьютера, да, в любом случае вам советую. Поэтому планшет это так, для игры, для фотографии, я считаю. А для бизнеса обязательно нужен иметь компьютер. Вот, сейчас они недорогие, вам не нужно какой-то покупать сильно дорогой, если вы пока не можете. За $300 сейчас можно достаточно хороший компьютер купить. Для ведения бизнеса вам больше не надо для начала, так что у кого нет пока много денег, и так тоже хорошо. Подскажите, пожалуйста, где получить 250 круизных за 5 бизнес-партнеров? Вы имеете в виду, наверное, продюсер-бонус, Светлана. Смотрите, продюсер-бонус там в кабинете есть графа «Продюсер-бонус». Я вам показывала, где компенсация, платежи компенсации. Вы нажмете, и там у вас будет видна статистика. Они не начисляются моментально, они начисляются, значит, например, когда вы их заработаете. То есть в том случае, если вы подключите 5 членов-партнеров в течение месяца, да, это сейчас такое условие в компании, это мы на презентациях объясняем. Вот, если у вас там будет написано прям имя, фамилия человека, когда он зашел. Имя, фамилия человека, когда он зашел, там член-партнер. В этой статистике, где именно продюсер-бонус. Начислят вам, когда последний оплатит, и тогда у вас появится кнопка в кабинете, там зеленая. То есть на вывод у нас по этим бонусам появляются кнопки. Это тоже очень важно, запомните. На лидерский бонус, кто уже на рангах, у нас появляется 1 числа там кнопка. Например, целый месяц мы работали, мы подводили товарооборот наш, там все видно было, а зарабатывали наши ранги, кто на какой вышел, какая у кого сумма. А, и только 1 числа, вот закончился январь, мы уже знаем, что, где, у кого, что. Это все видно в кабинете. Я просто вам не хотела показывать, потому что, ну, нельзя. Вот. Нам разглашать конфиденциальную информацию, особенно топ-лидерам. Поэтому
1 числа появляется у всех эта зеленая кнопочка, как только месяц закрывается, и сразу там написано, какой положено бонус кому, какая сумма. Мы нажимаем эту кнопочку, и эти деньги поступают нам на кошелек, на тот баланс, где я вам показывала, где были эти $370. Вот именно туда они поступают, и тогда вы уже выводите себе, куда и хотите, понимаете? Вот так. И то же самое продюсер бонус. Продюсер бонус появится тогда, когда вы его заслужите. Вот когда пятый там человек у вас, если, когда он зашел, вот потом появится кнопочка. Вы нажмете, но они вам не поступят, эти круизные доллары, туда справа вверху, как я говорила. Там только оплаченные и за бесплатное членство по 200. На эти вам пришлют сертификат. Знаете, вам пришлют сертификат. Это на стимул круизы. Так, где взять мотивационное видео про мечты? Вышлю вам потом, скину в конце или в чате. На странице кошелек указано создать аккаунт Pioneer. После этого только будут видны системы для перевода средств. Сейчас эти картинки у вас не было. Да, Ольга. Это нет, этого нет у новичков. Это открывается, поэтому я вам и сегодня показала, потому что многие не понимают, как же там у нас выводятся деньги. Пока вы еще не создали Pioneer, то у вас не открываются другие. Как только вы сделаете Pioneer, да, пройдете вот эти, что я сказала, первый шаг, это нажать там на ссылочку на Pioneer, заполнить то, что требует система. У нас тоже есть видео, даже в Ютубе напишите, как создать кошелек Pioneer WinCruises. И вам там очень много разных видео наших партнеров выйдут. Вот, или где-то на нашем канале есть тоже, в общем. Поэтому сделайте Pioneer, как только вы его создадите, активируетесь, у вас откроется потом и другая, и другие два окошки, и этот вот, и Payments, и Hyperwallet. Все будет хорошо. Так, скачала, Фатима пишет, скачала приложение Incruises, информацию выдает сразу на всех языках. Английский, русский, итальянский, испанский, что делать? Радуйтесь, что выдает. А вы там нажмите, например, на где вот какой язык, и откроется выпадающее окно, вы тогда нажимаете на тот язык, на какой хотите. Да, сейчас напишу вам ссылку на видео про мечты, пересмотрю все вопросы. Не отправляется приглашение на e-mail через Pavel Tools. Вот, отправится, не волнуйтесь. Может быть, еще сегодня не все там активировалось, завтра начнете. Так, все люди оплачены, нет зеленой кнопочки. Значит, смотрите, все люди оплачены. Вы имеете продюсер бонус. Продюсер бонус у нас, почитайте руководство по компенсации. Он не выводится сразу, он выводится, когда оплатит, то есть, когда все оплатят следующий месяц. Вернее, нет, это было у нас так, когда пройдет 14 дней, то есть сейчас почему? После последней оплаты последнего члена-партнера. Почему? Потому что как бы у нас в компании есть вот это правило 14 дней возврата, что человек может вернуть деньги, если он что-то передумал. И система, компания ожидает, если этот человек какой-либо из ваших не запросит возврат, только в том случае вы получите этот бонус. Раньше его просто не начисляют, потому что ну, кто-то может передумать, и тогда смысл всего этого продюсер-бонуса теряется. Вот, поэтому и ждите, 14 дней пройдет, и потом оно должно появиться. Хорошо? Как выиграть стимул круиз, спрашивает Катерина. Ну, это уже смотрите презентации, читайте вот документ, где написано про стимул круиз, там все четко написано. Или смотрите наши видеопрезентации. Почему нет инструмента поисковика целевой аудитории? Ну, вы захотели. Мы же здесь не трафик-сайт, мы круизы только продвигаем, и то, что у нас есть, это уже много. Может, будет еще в будущем. Да, все хотят видео про мечту, сейчас, терпите, еще досмотрю вопросы, потому что если я кину видео, вы все кинетесь на видео, уже все, забудем про все. Так, я включу его сейчас еще в конце, мне тоже очень нравится. Почему сейчас не проходит оплата со смартфона, только с айфона, и то плохо видна кнопка? Ну, это я не знаю, видно, у кого какая версия, у кого лучше, у кого хуже. Напишите в поддержку, спросите. Когда активируешь карточку, просят код. Это код карточки. Когда активируешь карточку, просят код. Это код карточки. Да, там вы посмотрите на той инструкции, которую вам прислали в конверте вместе с картой. Там должно быть написано. Так, разрешение.
на электронную подпись при оформлении карты. Это что? Это ваша подпись. Вы можете подписаться, можете скачать и подписать, а можете имя, фамилию поставить. Так, я вошла в клуб 23 февраля 2018 года, но мне уже сегодня пишут, что я не партнер 23 февраля 2018 года. Не поняла. А сегодня у нас 2 февраля. Как вы могли войти 2-го? А, у нас уже 19-й год, господи. Галина, вы зайдите, проверьте. Вы зайдите там, где у вас счета, и посмотрите, вы еще на партнерстве или вы не на партнерстве. Если у вас 23 февраля, и там, где счета, квитанции, счета, там оплачено, какого числа. Вот, если у вас 23 февраля, год будет, значит, смотрите, по поводу партнерства присылают за месяц наперед уведомление, вот, что, ну, чтобы вы знали, что у вас скоро закончится ваше партнерство такого-то числа, и постарайтесь оплатить. То есть, если вы оплатите, мне тоже сейчас пришло, я тоже должна в середине февраля, у меня как раз оплата будет за 3-й год, да? Вот, я могу месяц назад, как мне пришло, я могу оплатить и в тот день, когда мне прислали, могу оплатить сейчас, но все равно система засчитает за то число, там, за 16 или какой у меня февраля. Вот, а можете оплатить в тот день. Главное, чтобы вы не пропустили. Главное, чтобы вы не оплатили позже, потому что уже действительно пройдет тогда день после 23-го, и если под вами есть структура, то вся структура идет вашему вышестоящему спонсору, поэтому не пропустите, лучше раньше заплатить, оно все равно будет вам считаться 23 февраля. Вот, если вы хотите сохранить партнерство, это раз. Второе, если вы хотите сохранить ваши 95, даже если у вас нет структуры, бывает такое, что там людей нет или мало, вот, и у них как бы не думают, да, у меня нет структуры, я не буду пока продвигать, ну, продлевать. Вот, когда начну работать, тогда продлю. Но бывают такие случаи, что у нас там, как вы знаете, на следующий год за 95 продлевается. А если человек оставляет на какой-то период и не продлевает, то, во-первых, он теряет структуру, если под ним была, если срок прошел, автоматически сразу идет компрессия, чтобы вы знали. А во-вторых, что еще хотела сказать важное? А, что вы будете платить снова 195, а не 95, потеряете, то есть еще 100 долларов. Поэтому, если вы все-таки нацелены здесь работать, и вам инкрус нравится, то не теряйте и проплатите, и вам и дешевле будет, и все будет хорошо, и начинайте как бы уже активно работать. Так, как найти круиз на Персидский залив? Посмотрите, может быть, Азию задайте в поиске и поройтесь. Так, Елена Литвиненко, пин-код четырехзначной карточки вы придумаете сами. А, ну да, если это пин-код, конечно, конечно. Пин-код, я думаю, что это код какой-то там еще активации. Пин-код, да, это вы должны придумать сами, как-то там все на сайте написано, правильно, Леночка? Можно ли перевести средства с одного аккаунта на другого партнера? Нет, это запрещено компанией, нам не разрешает компания, чтобы в целях безопасности. Поэтому мы не можем перевести. Единственное, что вы можете сделать, есть такая возможность на ePayments. Вы можете с нашего инкруза, с кошелька прямо написать, с какой суммы вы хотите, вот там, где ePayments, и написать номер кошелька этого человека, которому вы хотите перевести, и сумму, какую вы хотите перевести, прямо с инкруза, и в ту же секунду ему поступят деньги на его баланс. Вот это возможно. И по ePayments, с ePayments тоже друг другу можно пересылать. Вот таким образом можно. Можно оплачивать аккаунт с ваших заработанных денег. Если, например, вы еще не вышли на бесплатное членство, уже что-то заработали, то у вас появятся еще деньги на e-wallet кошельке, и когда будете платить, если там 100 долларов, не 50, 50 недостаточно, мы не можем пополнять 50. Только если будет 100, тогда можете оплатить следующий месяц с кошелька. Вот, ну, такие есть возможности. Так, пишет тут нам Дил. Я уже плачу 20 долларов в месяц за инструмент. Как сейчас я должна перейти на бесплатный инструмент за 20 долларов? Ну, у вас автоматически оно, там зайдите еще раз, нажмите, но автоматически у вас должно уже быть на этот месяц бесплатно. И кроме того, сказал еще Майкл Хатчесон, что те, кто платил в январе, или вот сейчас, может, вчера, или в январе 20 долларов, вам вернут на ваш баланс эти 20 долларов. Поэтому посмотрите по статистике, если у вас будет написано там
на кошельке появится 20 долларов, или, может, вы не заметите, но там выходит у нас статистика, и будет написано «Admin Adjustment», то есть админ вам вернул вот 20 долларов, это вы знаете, что это за январь месяц, вам подарили еще порту с января месяца. Если вы вдруг не обнаружите или что-то не получается, то, ну, тогда пишите в поддержку, спросите, они проверят и вам вернут. Так, вот подсказывают уже нам люди. Можно вернуть оплаченные доллары за 6 месяцев? Нет, конечно, Ирина. Нет. Читайте правила перед тем, как заходите сюда. И также спонсоры, пожалуйста, объясняйте. У нас возврат идет только 14 дней. Остальные, то, что вы оплатите, это вам на круизы. Так что поедете в круиз и порадуйтесь сами себя. Отдохнете красиво и не жалейте денег на свой красивый отпуск. А потом вам понравится, и вы захотите быть с нами дальше. Так. Елена Мерк, если я сейчас загружу презентацию, бесплатную комнату, при переключении на платную, это будет та же комната, все материалы сохранятся? Да, все сохраняется, Лен. Можно ли со счета Ингру заплатить счет другого человека 100 долларов, если у него задолженность 300? Нет, Катерина, мы не можем. Мы можем с нашей карты, с любой, если там есть деньги, оплатить, с Ингру заплатить кому-то что-либо, что угодно, но мы не можем с нашего Ингру счета оплатить другого человека. Свой счет можем. Так, да, запись делаю, надеюсь, получится, но завтра, потому что нужно еще их обделать. Я хочу как бы поделить на несколько. Так, окей, значит, сейчас я вам скину видео или еще раз включу. Я уже больше не вижу этих вот, больше не вижу вопросов, думаю, таких основные вам рассказала. Ну, надеюсь, все понятно, будете работать. Желаю вам удачи. Так, сейчас я остановлю вот эту запись. Так. Да, спрашивают, можно ли заморозить аккаунт? Еще вижу, можно ли заморозить аккаунт, если человек не может платить? Да, конечно, можно заморозить. Нежелательно. Почему? Потому что, как мы объясняем, что... Ну, это сказывается плохо на спонсорах, потому что если вы не будете платить членство, то спонсоры не будут получать пассивный резидуальный доход, и не будут получать лидерские. Вот, а мы, чтобы все зарабатывали деньги, значит, наши члены клуба должны проплачивать 100 долларов, это раз. Второе, то, что если вы партнер, и, ну, лучше как бы платить, и все будет хорошо. Но если вдруг не можете, то да, можете на некоторое время, до года, потому что через год уже ваше членство уйдет. До года можете там не платить пока временно, а потом оплатить всей суммы, скажем, там накопленных за 5 месяцев сразу 500 долларов, если вдруг такой случай. Или же, если не сможете никак, тогда уже пишите в поддержку, что вы хотите продолжить, но не можете, вам откроют кнопочку на 100 долларов снова. В таком случае оплатите 100, заплатите один раз 200 круизных штраф и получите обратно свои бывшие круизные доллары, и сможете бронировать круиз через 14 дней. Максим спрашивает, можно ли импортировать Google контакты? Конечно, можно, очень легко. Вот, нажимаете импорт, и связывается, у меня просто сегодня браузер там не сработал, но есть там где-то на моем канале по автореспондер еще видео, которое делала 3 года назад, когда у нас была подобная рассылка, но без дубликатора. Я там как раз показывала, как это загружается, ну, таким же образом. Вы нажимаете, и оно связывается с вашим Google, пишете там email, пароль, входит в систему в почту, собирает ваши контакты, только контакты, больше ничего не бойтесь. Вот, и они загружаются автоматически в базу Incruises. Вот, или же загружаете CV-файл, тоже второй вариант готовый, где все есть. Где можно посмотреть проплаченные уже ранее круизы, я показывала сегодня. Если вы не успели, посмотрите потом на видео. Так, очень рада, что удалось сегодня услышать вас, но информацию о вебинаре узнала очень поздно, случайно. Почему нет рассылки? Комната мала. Нет, просто я сегодня сделала рассылку, но с утра по чатам, да, и в Фейсбуке. Ну, как-то не собиралась сегодня именно проводить, вот так экспромтом решила, поэтому сегодня и разослала. Комната не мала, комната у меня на 1000 участников, сейчас у нас было 450, сейчас 260 еще, молодцы, еще здесь, я думала, уже все разошлись почти. Так, ну, значит, вы успели. Так, что еще тут, какие вопросы уже, ладно, подвечаю вам. Можно ли отправить вместо себя другого человека в круиз?
Нет, вместо себя нельзя. Вы можете кому-либо оплатить, еще взять с собой на ваши круизные доллары в каюту можете, одного, двух, сколько сможете, но сами тоже должны ехать. Мы не можем передавать наши круизные доллары. Об этом мы тоже почитайте, пожалуйста, на странице членства, там есть вопрос-ответ, и есть документ руководства по членству в наших документах ресурсов, там тоже все видно, расписано. Так, где увидеть, как загрузить для работы в вебинарной комнате? Во-первых, есть там видео, когда вы зайдете на коннектор на нашем кабинете. Так, а ну, я, по-моему, вам показывала, да? На коннектор, если зайдете, там есть это видео. И можете посмотреть мое, которое тоже бросала в чаты раньше. Именно по комнате объясняю там шаги, как работать. Тоже все показываю последовательно. Можете найти или на канале у меня. Так, выборочным там загружается из Гугла и Facebook. Да, вы загружаете из Гугла, потом Mail.ru, потом какие хотите, какие у вас есть. Facebook не загружается. Facebook это отдельная страница, но Facebook вы просто там будете вписывать, писать какие-либо буквы, и будут выходить имена ваших друзей, которые у вас уже на Facebook есть друзья. И вы кому хотите, тому посылайте. Но можно всем, но я не рекомендую всем сразу. Рекомендую по одному, потому что если вы пошлете, выберите сразу все имена, пошлете одним кликом на всех, они все сгруппируются в одну группу. Хотите, можете группировать и потом как бы им там посылать информацию, но за этим надо следить. А иначе могут злиться, что им как бы спам рассылают. Поэтому это ваше дело. Хотите, можете так, хотите, пробуйте. Но не бомбите прям сильно людей, чтобы вы не докучали. Так, Ольга спрашивает, с моей реферальной ссылки могут видеть чек и круизные доллары, какие я вижу у себя в кабинете? Нет, конечно, нет, никто не будет ни ваш чек видеть, ни круизные доллары. То, что вы видите в кабинете, это вы видите только вы у себя в кабинете. На ссылке вы на вашей реферальной ссылке нажмите и посмотрите, что видно на вашей реф-ссылке. Вот то, что вы увидите, то и видят все, кто нажимает на вашу ссылку. Больше абсолютно ничего. Если они нажмут, то есть там вся только информация компании. Если они нажмут на регистрацию, то они увидят ваши данные просто, имя, фамилия, там то, что вы вписали, там email, телефон и все. Больше ничего. Так, можно оплатить за партнера с кабинета 250, а 45 с карточки. Ну, те же вопросы, Лариса. Нет, нельзя у нас за партнера, может быть, за партнера с кабинета. С кабинета вообще не можем мы платить, ни за кого, кроме себя. Вы можете оплатить со своей карты за партнера, ну, это и то, нам не разрешается заходить в чужие аккаунты, допустим, через там экран, он вам открывает, а вы ему диктуете там свою карту, это если вам знакомый человек. Только так, да? Или родственник. Вот. Будет ли ссылка этого вебинара? Смотрела урывками, так как на работе, Альбина. Да. А куда придет Facebook? Сообщение, имя, информация. Да, им придет как личное сообщение, не на страницу, а как личное сообщение, чтобы, ну, не злить людей. Вот они себе посмотрят и сами, и вы уже сможете общаться с ними, если они захотят продолжения. Михаил, добрый вечер. Подскажите, если человек стал членом и партнером, а потом решил прекратить участие и захотел выйти из клуба, какой механизм выхода? Что при этом нужно оплатить или что потеряет такой человек? Значит, смотрите, чтобы вы знали, да, если вы не слышали, зашли позже, что только 14 дней мы имеем возврата, дальше уже не возвращает вам ничего компания, поэтому все остается за вами. То есть, если там будут накоплены круизные доллары, это ваши доллары, которые вы можете потратить только в круиз. Вот, если вы там что-то зарабатывали, значит, ну, можете вывести. Дальше, ну, как, можете удалить аккаунт и забыть, но я не рекомендую. Может быть, вы передумаете в какой-то момент и будете продолжать. То есть, ваше партнерство действительно год. Может быть, в течение года вы все-таки вдруг, да, решите продолжать работать. Поэтому пусть будет аккаунт, не спешите как бы делать какие-то, ну, минусовые действия, чтобы потом не пожалели. Вот, но если прям так уж прямо однозначно, то ничего особенного делать не нужно. Если это принципиально, вот просто вы почему-то там разозлились, не знаю, на компанию самого себя, и прям хотите этот аккаунт закрыть, чтобы не помнить о нем, тогда
Два варианта: удалить, но деньги не вернут. Или же там подписывайте прям соглашение с компанией, что вы прям категорически больше не хотите здесь работать и тоже уйдете. Но в этом случае и в первом, и во втором вам ничего не возвращается. Это все прописано у нас в членском соглашении, в партнерском соглашении. Вот, и почитайте, что ваши потраченные деньги на круизные доллары, вам компания гарантирует, что на ваши 100 проплаченных членских вам обязательно выплатят 200 круизных, и вы гарантированно на них можете забронировать круиз на нашем сайте и поехать в круиз. Это дает гарантия компании, это она делает. Вот, поэтому как бы у вас деньги никто не отбирает. Это на ваши круизы, вы сознательно на это приходили. Вот. Ну а партнерство это уже как бы вы сами перед собой берете обязательства, вы заходите, вам нравится бизнес, вы хотите здесь поработать. 195 долларов за такой шикарный бизнес – это не такие большие деньги. Ну и год впереди у вас, поэтому это уже от вас зависит. Но никаких особых действий делать не нужно, если вы все-таки решили как-то остановиться. Поэтому просто оставляйте и думайте, пока еще будет время возобновиться. Или все-таки поехать. То есть на какое-то время вы можете просто приостановить, не платить членские взносы, если у вас что-то не получается. Вот, какие-то месяцы можете там до года окончания вашего членства, какие-то месяцы можете не платить, если не получается, ну, финансовая проблема какая-то, да, и некогда зарабатывать их, то в этом случае просто временно не платите, а потом решите. Хорошо? Дальше, Людмила, вопрос. А нужно сразу вносить все деньги? Какие деньги нужно? У нас нет такого вносить все деньги. Я не знаю, не поняла точно ваш вопрос. То есть, что касается членства, то у нас только строго по 100 долларов можем платить. Мы не можем платить всю сумму там. Это только те, которые задолжали, могут всю сумму там, сколько они задолжали. Вот, и то мы не рекомендуем, ну, так не платить долго, потому что, ну, это невыгодно никому, ни компании, ни нам, членам клуба, партнерам, вернее. Вот. И потом, если вы, например, задолжали, вы можете потом позже платить, но в круиз, если ехать, то не раньше, чем 14 дней вы можете бронировать после того, как у вас был долг. Значит, чтобы знали, не сразу вам дадут доступный, подождать 2 недели надо. Вот, поэтому такие у нас правила. Так, есть разные случаи. Человек уже старый, больше ходить в круизы не может. Как быть с теми накопленными деньгами? Но если получается такой вариант, у нас есть как бы запасной вариант, если что-то случилось с человеком, вот он регистрировался, платил, все было хорошо, был постоянным членом, ездил круизы, тут вдруг, вот, как вы говорите, да, постарел, не может и так дальше, значит, не будет больше в круизах. В этом случае он может переписать на аккаунт на кого-то, то есть он должен найти человека, который хочет у него выкупить этот аккаунт, и тогда писать в поддержку, и компания переписывает. Но у нас есть форма определенная в этом случае. Директора, то есть кто над вами первый директор вышестоящий, может переписать данный аккаунт, если вы находите, кто его возьмет. Хорошо? Так, если 240 доступных долларов, их можно все вернуть? Идея спрашивает. 240 доступных вы не можете вернуть. Подождите, не можете вы вернуть, потому что 240, это уже понимаю, что это уже будет 2 месяца у вас оплаты. А возвращать мы можем только первые 14 дней после вашей оплаты, первой оплаты, а не каждый месяц. Вот первый раз человек оплатил, например, 100 долларов как член клуба или 295 как член-партнер, ему дается срок гарантии от клуба. Даже при оплате, вы смотрите внимательно, когда вы платите первый раз, там есть такая печать, написано, что деньги гарантированы возврату 14 дней. Так как наша компания, официальная компания, которая работает в сфере продаж, вот, это не все компании дают только гарантию, наша компания дает 14 дней. Она
может вернуть ваши деньги, если вы передумали, но не больше. Больше нет смысла тогда работать этой компанией, понимаете? Если это каждая компания будет возвращать деньги, когда попало, кому попало и в любое время, то система просто разрушится, вся модель разрушится. Это все скомпоновано, это все продумано, распределено. Поэтому и работает четко у нас начисление круизных долларов из-за того, что все активно проплачивают. Бывает там единичный случай, но это как бы везде такое бывает, какой-то там 1-2% где-то там остановки в ком-то, но в основном все платят, и об этом даже думать не надо. Вот вы начинаете, как бы еще не успели зайти в компанию, а уже думаете о возврате, тогда у вас так никогда ничего не получится. Вот это видео, которое я вам поставила в начале, сейчас поставлю про мечту, вот не бойтесь мечтать, но также и идите к этой мечте, а не просто рисуете ее каждый день новую, так и в облаках сидите. Знаете, есть люди, которые строят воздушные замки, говорят, да? Или у них розовые очки, или они сидят в облаках. Что это значит? Это люди, которые умеют мечтать, но они каждый день меняют свои мечты. Они придумывают новые мечты, потому что им просто нравится воображать. Но на самом деле они не доходят до этой мечты, мечту не осуществляют. То есть они не ставят ее как цель потом. И поэтому у них ничего не получается. Это как карточный домик, который рушится. Вот, чтобы оно осуществилось, нужно ее в своем воображении обязательно создать, эту мечту, ту, которая вот вам на душе лежит, на сердце, не придуманная, не чужая, не чья-то, именно ваша, у каждого своя. Вот то, что вы очень-очень сильно хотели когда-то или сейчас, вот просто не бойтесь, вот откройтесь. Откройте вселенную, миру, вы для этого здесь, она ждет вашего заказа, понимаете? Вот мы это все уже вам говорим, потому что мы это прошли, это все действительно работает. И тогда у вас появляется жгучее желание, и вы начнете идти к этой мечте, и все будет строиться так, как нужно. И в этом случае вам не нужно думать о никаких возвратах, потому что это отдаляет вашу мечту, она так и может остаться просто мечтой. Раз сюда зашли, все получится, нужно просто действовать, нужно делать что-то, чтобы добиться, все тут будет хорошо. Такое количество людей добились результата и добиваются каждый день, значит, все реально работает. Вот такой мой совет. Так, в курсах в ролике говорят 30 дней, сейчас 14 дней. Компания, напомните, чтобы ролик поменяли в записи. Ну, вроде уже меняли, но пересмотрим еще. Хорошо, спасибо. Так, окей. Ну да, думаю, что уже конец, да, нашим вопросам или еще есть. Добрый вечер. Как быть в случае, если член клуба забронировал круиз, оплатил его за себя и не членов клуба, но в последний момент не смог поехать по каким-то форс-мажорным обстоятельствам? Не члены клуба могут поехать сами или бронь аннулируется? Карен спрашивает. Хороший вопрос. Значит, смотрите, если член клуба забронировал каюту, и вместе с ним забронировал кому-то еще в каюте, если они члены, а он вдруг не может ехать, то как бы не проблема, тогда можно поменять ваше имя на кого-то другого, найти и просто написать поддержку, они поменяют, если кто-то еще из этих людей член клуба в каюте. Даже это я понимаю ваш вопрос, я сейчас его продолжу, вы другой задали. Но я сейчас хочу и это сказать, потому что многие этого не знают. Если, например, два члена клуба в одной каюте, да, а третий не член, и кто-то из этих членов клуба вдруг не может в последний там момент ехать, но вы нашли замену, тогда замена делается именно этого человека, и все нормально, и каюта остается, люди остаются, едут уже с этим новым человеком. Но если вы как член клуба забронировали, а взяли с собой людей, оплатили, которые не члены клуба, все, а вы не можете ехать, в таком случае не может компания менять имя, потому что имя создано на членов клуба, поэтому бронь. В этом случае надо писать в поддержку, и тогда они просто аннулируют всю вашу бронь, да, и вернут деньги. Ну, вернут это, если там большой срок, то могут и все вернуть. Если маленький срок, могут 50% вернуть, то есть круизные доллары ваши вернут, то, что вы потратили, да, вот, и спишут там часть, поэтому вам как бы, ну, потратите то, что вы там с кармана потратили, вернется, там уже начисленные нет круизные. Поэтому вот такая ситуация. Еще как бы третий рекомендую вариант, но это уже если прям вот ничего не получается, но вдруг такой форс-мажор.
и все забронировали, последний момент, и никто ничего уже не может поменять, и вы не можете ехать, что-то случилось, ну, бывают такие единичные случаи, но в таком случае что уже делать? Тогда пусть едут они, просто вы как бы уже ничего не пишете, поддержку теряете, как бы вы просто не приезжаете в круиз, но там за вами числится место, все оплачено, просто будут более вольготно ваши члены клуба там жить, на вашем месте, но вы как бы просто потеряете деньги, которые вы там оплатили. То есть и просто не явились там в качестве, потому что вы заболели, например, или что-то у вас там случилось. Вот только такой вариант третий, понимаете? Так, Анатолий Ключник, Ира, без обид, ведь нам предстоит отвечать на вопросы по возвратам от потенциальных членов клуба. Отсюда такой интерес. Да, я понимаю, поэтому я и вам объяснила всю ситуацию, что тут какие могут быть обиды. Я рассказываю все, как есть. Некоторые даже не рассказывают о возвратах. Я всегда говорю, да, он у нас есть, и мы этим гордимся, что в компании есть 14 дней возврата без проблем. Вот, но просто, ну, не нужно об этом постоянно говорить, потому что если мы только об этом будем говорить, то мы людей как бы переправляем их мысли в другое русло, и они думают о другом, а зачем, а может мне вернуть, понимаете, ну, другие вопросы, ну, вот это не нужно как бы лишний раз, не нужно говорить, это нужно сказать, чтобы люди знали, это нужно им указать, но не говорить это на каждом шагу, вот. Пожалуйста, без проблем, мы не скрываем ничего. Так, Радченко Ирина, можно ли перебронировать круиз на другое число? Если есть круиз на другое число, тогда вам нужно писать в поддержку, отказаться от этого круиза и бронировать на другое число. Так, Катерина, если человек, с аккаунта которого шла бронь, не едет, а второй член клуба, он один может ехать? Да, он может один ехать, если никого не нашел. То, что я рассказала, просто остается, на другого человека остается место формально. А можете озвучить сроки возврата круиза и потери в процентах в деньгах? Смотрите, Светлана, не могу точные сроки озвучить, потому что, например, когда мы начинали первый год, да, у нас по-другому работало, у нас не было 5000 круизов, я всегда об этом рассказываю, было только 25 круизов, тогда выкупленные именно компанией наперед для пробы, так сказать, и окончательное, так сказать, утверждение круизными линиями, что с нами можно работать. Поэтому тогда нам давала компания сроки, там, скажем, и 50% четко нам возвращали. А сейчас уже с тех пор, как у нас круизный поисковик с 5000 круизом, мы сейчас зависим от круизных линий. И каждая круизная линия имеет свои правила. Это так и есть. Кто-то возвращает там до 3 месяцев, кто-то до 2 месяцев, кто-то до месяца. Ну, какой-то нет четкой, везде одинаковые картины. Кто-то возвращает 50%, кто-то возвращает 70%, кто-то возвращает 30%, кто-то ничего не возвращает тоже. Поэтому я просто не беру на себя такую ответственность сейчас вам говорить точные цифры. Нет, их у нас есть приблизительно 50. 30-70 тут 50 плюс-минус, да, вот, да, ну, там, может быть, за 2 месяца наперед, за месяц наперед, опять же, это когда у нас были вот еще горящие круизы, сейчас, так как мы заказываем круизы не раньше, вернее, не позже, да, не позже, чем за 3 месяца, 7-дневные и больше, то, может быть, и сейчас какая-то картина поменяется. Вот, давайте лучше все вот эти вопросы по поводу возвратов вы будете задавать прямо в поддержке. Они лучше меня знают, и даже они, может, не все знают, они связываются с круизными линиями через круизный департамент и уточняют каждый вариант отдельно. Вот, поэтому я не хочу быть ни голословной, ни делать какие-то официальные тут ошибки, заявлять, потом за них отвечать. Я просто сейчас не могу вам дать точную вот эту информацию. Поэтому по этому вопросу, пожалуйста, только с поддержкой, хорошо? Окей. Так, Сатана спрашивает, вообще с чего начинать бизнес новичку? Значит, самое главное, с чего начинать бизнес новичку, это обязательно, вот это надо было мне сказать, с обучения кабинета, изучения своего кабинета. Вот то, что сегодня мы делали, это обязательно. То есть не спешить прямо сейчас, сегодня только зарегистрировался, уже бежать приглашать людей, потому что он еще не готов.
успеет еще заработать. Лучше пусть подготовится как следует, он больше потом сможет сделать работы, когда будет уже понимать, о чем он говорит. Поэтому ничего страшного. Дайте, я всегда говорю, дайте время человеку созреть. А для того, чтобы он созрел, ему нужно обучиться. Что, конечно, наш кабинет – это первое, что он должен изучить, там много всего. Когда он это все пересмотрит, и не один раз, каждый день у него в голове будет откладываться все больше и лучше, и он уже будет знать, во-первых. Во-вторых, конечно, пройти курсы, конечно, прослушать презентации, конечно, подготовить какие-то свои рассылки там можно с помощью спонсора, конечно, в чаты добавить обязательно всех партнеров, заставить их, показать им, что они должны на вебинары ходить, чтобы понимать, о чем говорить. Ну, а дальше уже зависит от подготовки этого вашего приглашенного. Поэтому дальше уже вы ему помогаете, или вы с ним разговариваете, с его людьми вместе, тройные разговоры там в скайпе или где-то еще, или вы проверьте обязательно, чтобы он рефссылку сделал правильно, вот, дайте ему какие-то там посты, какие вы делаете, дайте ему видео, какие он может, покажите, какие он может послать там из кабинета или из канала, с вашего, с нашего команды или какие угодно. Вот, и все, направьте его, а дальше, ну, уже закрутится. Так. Все хотят, если член умер, последний вопрос. Так, значит, Валентина, у нас это тоже прописано в наших документах политика процедуры. Есть этот пункт. Я, кстати, его, наверное, кину в чаты, потому что недавно я переводила там как раз, про, ну, были немножко уточнения, изменения. Если член клуба умер, так случилось, да, потому что мы все люди не знаем, что может произойти завтра, да, как бы явление жизни, смерти, то в этом случае, да, конечно, родственники унаследуют его аккаунт. Но для этого нужно в компанию будет послать, то есть компания должна связаться с кем-то в этом случае, или сам член клуба какие-то данные оставляет, или спонсор уже знает, что у него там как-то, ну, почта всегда есть, да, в любом случае есть телефон и адрес, даже если кто-то никого не давал, то есть телефон и адрес у нас в профиле. И компания в обязательном случае будет звонить и писать, чтобы уточнить. Вот, а если вы сами знаете, что у нас были такие случаи, два, если вы сами знаете, то, ну, в этом случае посылается там справка, копия свидетельства смерти, и что действительно человек умер, и тогда на кого переписать этот аккаунт. И уже кто там, наследник или дети, или ближайшие, кто родственники, тоже подтверждение какое-то пришло за компанией, и тогда компания перепишет этот аккаунт со всеми круизными долларами, со всеми начислениями, все официально перейдет. Так что аккаунт не пропадает. Вот. Также по наследству у нас можно и большие уже доходы, там с большими аккаунтами, кто хочет, ну, сознательно может перевести потом, начиная с интернационального директора, наследственный бизнес. Так, ну, вроде бы все рассказала. Вижу, вы все-таки меня не отпускаете. Хорошо, друзья, я сейчас уже остановлю запись. Спасибо вам, что вам было интересно со мной. И мне с вами так, у нас хорошо комната работает, и я просто уже эту запись остановлю.